Вітаємо вас, шановні подоляни. Сьогодні ми продовжуємо рубрику нашої медичної передачі «Здорові будемо». За християнським календарем у християн триває піст. Як правильно уходити цей піст, як правильно його дотримуватися і не нашкодити власному здоров'ю, на ці та інші запитання нам надасть відповідь гість у нашій студії – лікар-дієтолог Хмельницької обласної лікарні Альона Брянцева. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Альона Леонідівна, як дивимося по календарю, майже 200 днів на рік триває піст. Він є різний – одноденний, багатоденний. І як правильно входити в цей піст, порадьте, будь ласка, нашим телеглядачам, поради, щоб не нашкодити власному здоров'ю. Ну, наверное, даже не так надо спросить, а, наверное, надо спросить, что кому желательно, да. Во-первых, давайте первый момент, или нужен пост соблюдать. Я вам скажу, что это очень физиологично. Иногда отступать от принципов рационального питания, потому что по словам академика Уголева, который, собственно говоря, вывел теорию о сбалансированности питания, он говорил, что надо обязательно делать краткосрочные отступления от физиологического рационального питания. Почему? Потому что это создает возможность для нашего желудочно-кишечного тракта все время себя, что называется, совершенствовать. Если мы всю жизнь будем находиться просто на принципах рационального питания, не будем, например, вот люди, многие соблюдают пост, неважно какой, это большой пост, или это пылыпивка, или однодневные посты, или другие, мы себе не будем позволять маленьких радостей, такие как юбилеи, или другие какие-то праздники, или голодание, тоже очень интересный момент в этом вопросе, то я вам хочу сказать, что наш организм устанет от этого. Это называется метаболическая гиподинамия, когда наш организм будет вырабатывать одни и те же ферменты, и он будет понимать, что ему не надо совершенствоваться, он будет просто себе работать, как работал, и все. И когда случится стрессовая ситуация, он, так как не имеет все время эволюционных факторов для все время своего самосовершенствования, он будет просто на стресс, он отреагирует, может отреагировать неадекватно. Мы с вами знаем очень хорошо, что наш организм всегда на стресс и старается нас, во-первых, вывести из него и выдержать этот стресс. Поэтому периодически такие отступления от рационального питания, вот в виде даже соблюдения поста, это считается даже физиологическим. Но сразу оговорюсь, тут есть маленький нюанс. Конечно, надо учитывать состояние здоровья постящегося. Ну, дехто з християн вважає, що піст і дієта – це одне і те ж. Нет. Зробіть, будь ласка, роз'яснення. Дело в том, что это совсем не одно и то же. И я знаю, у меня даже есть такие пациенты, которые как-то, ну, в силу появившихся новых теорий и новых каких-то изысков, которые черпают из интернета, к сожалению, на сегодняшний день, они считают, что это не просто какая-то своеобразная диета, это очищение от шлаков. Это далеко не так. Это первый момент. Второй момент. Они считают некоторое втайне, надеются в этот момент похудеть. У меня есть несколько пациентов, которые, как-то удивляясь этому факту, но они на этом, соблюдая пост, особенно, скажем, если соблюдают перед Пасхой, Великий пост, они, как ни странно для них это звучит, они даже немножко набирают в весе. И да, есть, самое дивное. Да, это для них очень удивительный фактор, они не понимают почему. Во-первых, во время поста, неважно, что вы делаете, имеется в виду, соблюдаете ли вы пост, или вы голодаете, или применяете что-то, что не характерно для ежедневного бытового процесса, уже меняет переоценку вашего организма. Организм старается на этот момент перестроиться и включить какие-то компенсаторные механизмы, чтобы дать вам возможность, ну, выдержать эту стрессовую ситуацию. Соблюдение поста – это тоже считается стрессовая ситуация. Поэтому рассматривать плюс. Еще я вам хочу сказать, что тоже я встречаю такие моменты, когда сейчас под видом соблюдения поста люди многие почему-то применяют новые какие-то методики и уподобляются американизации, я бы сказала. Ну, очень страшно это, потому что не хочется заболеть американской болезнью. Почему? Потому что мы видим, насколько сегодня у них много проблем. Из-за чего это происходит? Из-за того, что уже потомки уехавших иммигрантов, молодая страна, потеряли свои исторические корни. И, собственно говоря, забыли свои культурные традиции в плане питания. А ученые доказывают, на сегодняшний день есть много тому подтверждений, что
только питание характерно для человека, и ферментная система приспособилась для эволюционным путем человек к этому пришел, что только на той территории, где человек проживает, вот для него характерно только определенный перечень продуктов. Поэтому для того, чтобы вводить новые, а в период поста такое, я знаю, тоже есть, поэтому экспериментировать в этом нельзя. Чтобы выработать новый перечень ферментов, ученые доказывают, надо очень большое количество времени. Одной жизни не хватит, даже двух и трех не хватит. И не только часу, что треба враховувати категорії людей, яким можна дотримуватися посту, а яким потрібно нормально харчуватися. Да. Що це за категорії людей, яким не можна взагалі ні сідати на дієти, ні поститися з певних таких поважень? Я вам скажу, що християнська релігія в этом плані очень мягко і делікатно, і тактично підходить чоловіку. Чому? Тому що нету, як в других релігіях, строгого перечня продуктів, які би чітко определяли, що вот этого есть нельзя, і все. Тим більше, що всегда, ну, наше християнство, оно всегда склонно более не к физическому соблюдению поста, а именно к духовному. И они вот понимают, что христианство понимает, что церковная литература об этом говорит, что если человек не может в силу каких-то причин, скажем, он находится в стационарных условиях, соблюдать физический пост, то есть отказаться от каких-то определенных продуктов, то духовный пост он может спокойно соблюдать. То есть, а какие категории относятся к этому? Ну, понятно, что пациенты, люди, вернее, не так скажем, что люди, которые имеют определенные проблемы со здоровьем. Какие? Ну, как, конечно, это проблемы, скажем такие, желудочно-кишечным трактом, это сахарный диабет, это ишемическая болезнь сердца, то есть со всеми его последствиями. Это даже мочекаменная болезнь с фосфатными камнями. Почему? Потому что там нельзя ощелачивающую диету, которая как раз является вот это соблюдение поста, то есть в основном мы отказываемся от продуктов животного происхождения в пост, и в основном переходят постящиеся люди на продукты растительного происхождения. И получается, им нельзя, то есть онкопациенты, туберкулез, тяжелая анемия, заболевания крови, то есть тут перечень может быть очень большой. Военные, то же самое, они находятся на рубежах своей родины, поэтому им тоже нежелательно соблюдать именно физический, чтобы речь шла именно о физическом, беременным, кормящим. Потому что почему? Потому что мало того, что переходить на растительную пищу, во-первых, формирование плода всегда играет роль, полноценное питание, это первый момент. А второй момент, вы же сами прекрасно понимаете, растительная пища сейчас не настолько экологически чиста. Мы не можем быть уверены, что там нету пестицидов, нитратов, еще каких-то других загрязнений. То есть надо, и не надо получать ни развивающемуся плоду, ни через молоко ребенку уже, я считаю, ну не только я считаю, а христианство вот от этого воздерживает. Плюс в командировке люди, которые находятся, та же самая история. То есть вот есть определенный перечень людей, которым, ну, нежелательно бы, это, конечно, все зависит от воли человека. Но если человек хочет соблюдать, то надо хотя бы хоть посоветоваться с врачом, можно ли ему это делать. Вот про... это первый момент. Да, про це ми поговоримо пізніше, але піст має ще деякі свої переваги, і про традиції самого посту у нашому наступному сюжеті. Дивимося. У Різдвяного посту велична історія, що сягає часів Августина Блаженного, 4-5 століття нашої ери. Як свідчать літописи, в ту пору християни постили тільки 7 днів. Але на соборі 1166 року було одноголосно прийнято рішення про 40-денний піст. Саме за цей час душа і тіло повністю очищаються від гріху. Під час посту слід відмовитися від їжі тваринного походження – м'яса, сиру, молока, яєць і масла, а іноді і від риби. У понеділок, середу і п'ятницю – сухоїження, навіть без олії. У вівторок і четвер можна споживати олію. У суботу і неділю дозволено також рибу, але тільки до 2 січня. Під час введення в храм Пресвятої Богородиці 4 грудня, а також храмових свят, теж можна їсти рибу навіть у середу і п'ятницю. Спиртні напої заборонено зовсім, хіба що келих червоного вина у неділю. Крім овочів, фруктів і ягід, віряни споживають вегетаріанські супи, круп'яні каші на воді, бобові, гриби, насіння і горіхи, хліб грубого помелу. Серед напоїв – чаї, настої трав, кисіль, морс, свіжовичавлені соки без цукру.
можна їсти мед, варення, сухофрукти. Ці продукти і корисні, і смачні. А ще не забувати про помірність у всьому. Тоді ви не з'їсте нічого зайвого і не зашкодите своєму самопочуттю. Пісна їжа – це перш за все овочі, фрукти, злаки, що містять клітковину і пектин, які здатні виводити з організму шкідливі токсичні речовини. Це і радіонукліди, речовини важких металів і багато іншого. Окрім того, овочі і злаки сприяють виведенню зайвої рідини з клітин, тому багато людей після посту кажуть, що мов би заново народилися, у них піднімається настрій, підвищується працездатність і життєвий тонус. Таке харчування, на думку експертів, доволі сприятливо діє на організм, особливо корисне для нирок і сечовидільної системи, виводить поганий холестерин, знижує рівень цукру в крові, сприяє позбавленню від надмірної ваги і полегшує перебіг багатьох хронічних захворювань. Якщо з поважних причин – вік, хвороба, вагітність, далека дорога, тяжка праця – людина не може виконувати ці настанови, то має звернутися до свого духівника, який визначить послаблення. Постуючи тілесно, водночас варто постити і духовно. Справжній піст пов'язаний із молитвою, покаянням, утриманням від пристрастей і пороків, викоріненням злих справ, прощенням образ. Також у Пилипівку варто уникати розваг, веселощів, утримуватись від подружніх обов'язків. Без щирої молитви і покаяння піст стає радше дієтою. Альона Леонідівна, ви тільки що сказали за категорію людей, кому не можна постити. Ви назвали вагітних жінок, літніх людей, тому що вже в такому віці людина має вже, кажуть, букет різних хворіб. Зараз в нас ще багато молоді також звертається до релігії і до Бога, відвідує церкву. Як ці категорії, якщо це студенти, школярі, як їм входити? Треба їм поради дати, тому що вони так по собі ненормально харчуються неповноцінно, а ще піст, і це пряма дорога до лікаря. Я з вами абсолютно согласна. Конечно, надо этой категории, вот студенты, они должны быть на полноценном питании обязательно. И надо относиться очень серьезно, обязательно к придерживанию поста для детей. Почему? Сейчас сразу от детей, а потом к студентам скажу. Детям желательно пост не соблюдать. Ну, если уже вы настолько верующие, семья верующая, то хотя бы хоть с 5 лет. Причем до этого желательно, чтобы ребенок питался полноценным. Хотя бы минимум года 3 находился на молочных продуктах. Объясню почему. Последние исследования ученых доказали, что недополучение полноценного белка, а полноценный белок как раз содержится в продуктах животного происхождения, то есть это мясо, рыба, яйца и молоко, совершенно верно, которые в пост исключаются целиком и полностью, если это не строгий, то может включаться рыба, то оказывается исключение этих продуктов в раннем возрасте, особенно при беременности, при кормлении и потом уже при становлении индивидуума, сказывается всю жизнь в умственном, психическом и физическом развитии. То есть ребенок будет вставать не только в росте, но и в умственном и психическом развитии. Плюс у них ранее, чем у остальных детей, будет наступать ишемическая болезнь сердца. В 30 лет он может быть с инфарктом миокарда. Это первый момент. Второй момент. Я уже не говорю о том, что недополучение полноценной по белковой структуре и по многим другим нутриентам питания, ребенок будет страдать такими, я уже не говорю об анемии и арахите, но я говорю о том, что он будет чаще всех болеть. Это будут и бронхиты, аллергические реакции могут быть. То есть букет болезней ребенку обеспечен. А представьте, если это девочка, впереди роды, беременность. Понятно, что надо, чтобы ребенок был здоров. А если это мальчик, он физически должен быть крепкий. Но и мы все стараемся в своих детей вложить как можно больше любви, труда. И понятно, мы хотим, чтобы все и дети, и внуки были здоровы. Студентов то же самое касается. Студенты находятся вне дома, как правило. Плюс у них идет тяжелая нагрузка по, скажем, умственному труду. Для этого надо, чтобы мозг работал очень позитивно, очень правильно и очень эффективно. Для этого надо обязательно полноценно питание, кое не забеспечит целиком, если вы перейдете только на растительную еду.
Поэтому студентам и детям, если они в период поста откажутся, скажем, от чипсов, от конфет, от шоколадок, от какой-то любимой кока-колы, от гамбургеров, от бургеров, хотя надо это делать, и при рациональном питании желательно это делать, хотя бы хоть не злоупотреблять, то это уже и плюс духовная молитва, это уже будет считаться соблюдение поста. Потому что это развивающиеся организмы, они еще не до конца сформировались, студенческие тоже в том числе. Поэтому для того, чтобы жить полноценной жизнью и быть здоровым хотя бы лет до 97, надо, чтобы это здоровье закладывать с детства и с молодости. Поэтому такой категории, ну, нежелательно соблюдать вот такой строгий пост. Вы, як лікар, які ви порадите кращі продукти вживати в піст, щоб не зашкодити організму і щоб це було корисно? Ну, то, що ми лишаємося частини повноцінного білка, я вже сказала. Чим можна замінити частично білок? Частично можна замінити такими продуктами, як бобові і гриби. Навіть частично крупи, наприклад, така, як гречневая крупа, вона по білковому составу, рослинні продукти, они имеют тоже белок, но он неполноценный. Что это значит? Он не имеет растительный белок, нескольких аминокислот, которые крайне необходимы для нашего организма, которые только будут поступать с едой, и именно с продуктами животного происхождения. Если, скажем, для взрослого человека, сформировавшегося, это не так страшно, еще раз повторюсь, то для ребенка и для студента это очень страшно, потому что организм еще не сформировался. Скажем, например, недополучает во время поста человек еще полинасыщенных жирных кислот, полноценных жиров. Где их брать? А та же самая рыба. У нас же тоже идет отказ от рыбы в том числе. Это вот если идет перед Новым годом пост, то тогда, конечно, там, по-моему, допускаются определенные рыбные дни. То тогда не будет дефицита по, скажем, даже по полноценному белку и по полноценному жиру. Скажем, например, недополучают таких микроэлементов, как железо, кальций, фосфор. Тот же фосфор, опять же, есть в рыбе. Железо частично есть в продуктах растительного происхождения, но даже есть в приличных количествах. Но самое главное, что организму надо на это затратить силы, чтобы его привести в то двухвалентное железо, которое именно необходимо для нашего организма. Скажем, витамины группы В, я знаю, что обычно люди заблуждаются. Они считают, что растительные продукты – это кладезь всех витаминов. Это абсолютно не так. Это кладезь витамина С. Например, жирорастворимые витамины, такие как А, Д, Е. Есть, например, вот витамин Е – это в растительных, скажем, маслах. Витамин А – это в основном коровье масло, которое мы стараемся избегать во время поста. Это сливки жирные. То есть вот опять продукты животного происхождения. Витамин D находится в рыбе. Витамин, например, К, ну, мы его получаем частично с пищей, частично вырабатывается у нас. Вот витамины группы В – это в основном продукты животного происхождения. В основном это мясо и субпродукты, чтобы не было у людей заблуждений. Это мы только получаем с растительными продуктами, действительно в хорошем количестве получаем витамины С. Надо таким людям, особенно, скажем, имеющим, скажем, такие латентные текущие стадии, хронические заболевания, которые находятся в стадии ремиссии, что надо делать? Надо, во-первых, употреблять бобовые, грибы. Жиры частично надо заменять, скажем, на те же самые орехи, на те же самые, скажем, семечки разного, и подсолнечные там или иные. И добавлять еще свой комплекс можно витаминами группы В. Но тут надо быть очень аккуратным и осторожным, потому что витамины группы В вызывают иногда аллергические реакции. Поэтому с этим надо быть тоже, надо посоветоваться с врачом. То есть все равно, если вы желаете сделать такой шаг, решительный в своей жизни, и у вас есть какие-то нюансы по здоровью, все равно надо посоветоваться с врачом, можно это вам делать или нет, чтобы главное не навредить. Потому что сначала вроде бы вреда видно не будет, а оно скажется где-то с каким-то течением времени. Як інколи лікарі шуткують, що не такий страшний піст, як наслідки посту. Дайте, будь ласка, нашим телеглядачам поради, як правильно виходити з посту, що можна їсти, як харчуватися, тому що дійсно з практики лікарів відомо, що після закінчення посту в медичні заклади кишать людьми, які мають дуже великі проблеми з здоров'ям. Да. Як правильно вийти з посту? Поради ваші. Смотрите, тут тоже смотря какой пост. Если мы говорим о великом посте, который идет перед Пасхой, то, скажем, пожилому человеку нежелательно сразу, вот мы же там обычно как идет, жирная пасочка, идет жирный куличик, идет яйцо. Вот, скажем, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта плюс людям в возрасте этого вот нельзя, например, как молодой себе может позволить 2-3 яйца и может позволить себе все, что я ранее перечислила.
Почему нельзя? Потому что так как стареет организм, стареет и ферментная система. Она не может уже так справляться, как справлялась в 20-30 лет. Поэтому надо быть крайне осторожным, чтобы не спровоцировать, даже если у вас нет панкреатита, чтобы не спровоцировать панкреатит. Почему? Потому что за период соблюдения поста у нас детренируется наша ферментная система. То есть у нас частично не вырабатываются те ферменты, которые расщепляют белковые продукты животного происхождения, жиры животного происхождения. Они в этот момент, вы их отправили, ну, скажем так, в отпуск отправили. Они находятся тоже в командировке. И вы хотите вдруг с первого дня переходить абсолютно на тот рацион, который был у вас до поста. Этого делать категорически нельзя. Это надо делать постепенно. Это надо делать очень мягко, деликатно, по одному продукту в день, в очень небольших минимальных количествах. Особенно это касается людей среднего, да, и пожилого возраста. Даже молодым людям, я знаю, что сейчас здоровых практически нет. Вот. И надо тоже это делать очень мягко, плавно и деликатно. И не думать о том, вот это всегда заблуждение наших людей, что организм, они считают, что организм, я некрасиво сейчас скажу, как помойная яма, не надо сбрасывать туда в надежде, что все перегорит. Нет, к организму надо относиться крайне уважительно, потому что он нас вытягивает в стрессовые ситуации, он старается выдержать все условия жизни, в которых мы сейчас находимся, он переваривает воду, которую мы принимаем, он переваривает продукты, которые сейчас, вы понимаете, прекрасно не экологически чистыми являются. И мы прекрасно понимаем, что вот это все надо нашему организму переварить. Поэтому относитесь к организму, чтобы он вам служил долго, надо относиться с большим уважением. Багато людей, виходячи з посту, мають деякі проблеми зі здоров'ям і, звичайно, займаються самолікуванням. Ваше відношення до цього? Ну, честно говоря, крайне отрицательное отношение. Почему? Потому что человек, ну, у нас, я даже не знаю, почему-то человек бытует такое мнение, что сможет сам справиться с заболеванием или с какими-то возникшими проблемами. Дело в том, что даже кратковременно перейдя, скажем, соблюдая пост, все равно вы запускаете такие компенсаторные механизмы, которые стараются поддержать. Вы же не думаете о том, как у вас сердце работает, как у вас печень работает. Они работают на нормальном уровне. Но вы же не задумываетесь, какими силами у вас это все вам достается. Поэтому, чтобы выйти нормально, чтобы не нанести, и какие там происходят механизмы внутренние, вы об этом ничего не знаете. Поэтому, чтобы не навредить организму, лучше бы сходите, просто сдайте банально обыкновенные анализы крови, пойдите, посоветуйтесь, пойдите к терапевту, спросите, или у вас все нормально. Если у вас появился даже какой-то слабенький симптомы комплекса, какая-то, ну, мало ли что, или обострились какие-то заболевания, которые у вас до этого вяло текли или латентно, или вас фактически не беспокоили, то в этот момент у вас они могут обостриться. Кстати, хочу сказать, если обостряется во время поста, надо обязательно прекратить вот соблюдение поста. Это тоже немаловажно. Не дотягивайте до конца, не доводите себя до больницы. Вы извините, можно, к сожалению, попасть в стационарные условия и не совсем приятные, так сказать. А якщо людина з хронічними захворюваннями, вона вживає таблетки, ліки, можна її постити? І тут я скажу тільки єдине, що яким образом її не можна категорично постити, от тут треба соблюдати дієту, которая, или рацион, которая йде направлена именно на это заболевание, это первый момент. И второй момент, если даже чуть-чуть уменьшить количество пищи принимаемой, это уже будет считаться постом. Ліки ж не можна приймати на пустий шлунок? Абсолютно ні. Як при сахарному діабеті можна відказатися від їжі? Да, від повноцінної їжі. Це проблема. Да, це дуже велика проблема. Ваші поради нашим телеглядачам з приводу модних дієт. Чи потрібно ними так зловживати? Ні. Чи потрібно все-таки порадитися з лікарем? Треба обов'язково посоветуватися з врачом. І хочу ще раз закінчити, що не падайте на інтернетовські новомодні дієти, не попадайте під нові впливи. Я ще раз повторю, що не старайтесь на себе применять американізацію своєго ЖКТ, желудочно-кишечного тракту. Чому? Тому що ферментна система наша настроєна на борщ, на галушки, на сало, на квашеную
капусту, то есть на то, что эволюционно сложилось именно на нашей территории. Это звучит по-английски locavores, то есть то, что вот растет возле нас, мы то должны, и то, что бегает возле нас и прыгает, мы должны есть. А если вы хотите употреблять продукты, которые для вас не характерны, надо это делать крайне осторожно. Очень, ну так, знаете, с большой, не то что осторожностью, а даже предосторожностью, я бы сказала, относиться. Попадаться на новомодные диеты никоим образом не следует. Если сейчас организм мне не ответит, то тогда он ответит, ну, где-то с каким-то течением времени. А вообще старайтесь, конечно, соблюдать принципы рационального питания, периодически от него отступайте, если есть у вас такая возможность. Ну и, конечно, оставайтесь здоровыми, благодаря питанию тоже. Не забувати про огляди профілактичні, звертатися до лікаря і з ним радитися по певних питаннях. Ми вам дякуємо за таку змістовну нашу розмову, а нашим телеглядачам тільки поради, що звертайтеся до лікаря, коли вам на це буде потрібно, якщо ви будете дотримуватися посту, просто проконсультуватися, і якщо ви хочете вибрати певну дієту, порадьтеся зі своїм лікарем-дієтологом. На все добре, до побачення.